Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровкайтесь. Здорово. Всем привет, ребят. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Вы уже по названию поняли, что у нас сегодня прятки. Мы будем начинать. Все запрятались? А я иду, иду пацанчиков мочить. С тобой летает туалет арабский и ящик. Так, я теперь вижу все. Карта очень запутанная, надеюсь, вам понравится. О нет, ты меня нашел, я это банка. И вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Тут закрыто. Да. А там ничего и нету. Да, ну и ладно, фиг с вами. Я знал, что там ничего нету, просто предал, знаешь ли ты. Видишь, молодец, знаешь. Я туда могу залететь. Красава. Ты тут столы раскидываешь. Так, а вы что с вами тут сундуками вонючими летаете? Я тоже так хочу. Он не сундук, он ящик. Так, не мешай. Картошка. Карта запутанная. Мешай ему. Так, ящики мочить не могу. Мешай. Дай проверю, неуязвимость. Так, выключена, все отлично. Ага. Желательно не убегать, потому что, наверное, всех не найду. Может, и найду. Они так за мной летают? Волноваться. Ага, это паровозик из предметов. Паровозик с туалета. О, тут что-то слышу. А тут, короче, какая-то кислота. Я слышу, да, это как это... генератор, что ли, здесь? Да. Станция. О, смотри, такую. Чуть такое валяется. Пацаны, я вас вообще найду в этой серии? Наверное, карта маленькая. Тут, правда, разобьем намного серий. Много мелочей. Хорошо, давай будем ускоряться. Да, давай. Попробуй. Слышь, я еще радиацию там даже слышу. Да. Вот тут кто-то по-любому сидит. О, ящики ломаются. Не. Отлично. Вот здесь вот кто-то. Никого нету. Сюда идем. А у вас маленькие? Не бери. Да, нельзя физганом, это бан. Все, всех баним сразу. Я не знал, я не знал. Так, 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 кто так. Кто ящики поставил? Ой-ой-ой, тут радиационные эти бочки. Я извиняюсь, что я их зацепил случайно. Вот, я чувствую, что я уже кого-то сейчас найду. Вот-вот-вот здесь вот. Так, я слышу запах. Как вы думаете, кого я первого найду? Не знаю, никого, потому что там никого нету. Да как это никого нету? Тут куча миллион предметов летает. Хорошо, давай, давай одну подсказку, потому что ты уже как-то долго. Мы все в одном месте. Все. Так я вас всех убью, значит, за один раз? Я в очень открытом месте. Мы все в открытом месте, главное это место найти. Давай подсказку. Его просто тяжело не знать. Не надо подсказку, так будет неинтересно, я хочу сам найти. Вы думаете, просто не найду? Сказали, что... Думаем, нет. Думаете, не найду? Ага, телепортируемся, да, еще? Конечно, вы... я же говорю, а не ты найду. Куда за кого-то пошел? Это мне как. Ой, ой. Че такое? Так. Вот здесь будем вас искать. Нифига себе, да. Ой, блин, я залетел. Ты куда? Да мне куда-то ты пыхнула, стрёмное место. Да ты сам вылез. Так, давайте, знаете, что? 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 Туда нельзя. Туда нельзя. Сюда нельзя. Это за карта, я уже это понял. Ты за карта. Так, давайте последовательно. Вот я могу здесь вот пройти, правильно? Правильно, ага, здесь да. Мы были. Сюда прошли, здесь не были. Здесь были. Вот я вижу кого-то там. А, нет, мне показалось, что физган. А, слышу, слышу, слышу звук. А ну еще. Еще сделайте звук. Не надо, не делайте, не делайте. А чё, вы ссыте? Да. Так, вы крутитесь здесь, значит, вы где-то здесь прячетесь. Вот. Мы за тобой крутимся. Слышу, слышу, вот тут кого-то слышу. Чё ты там слышишь? Вы так говорите специально, чтоб я вас не нашел. Да. Бери физган, кто достал физган, бери. Надо здесь все обыскать мне. По-любому что-то пропускаю, очень важно. Арабская лестница тебя потеряла. Слышу звук, слышу звук, слышу звук вот сюда. Так. Кому жить надоело, кому пошли дать. Не понял. Закрыто, закрыто. Значит, нам надо сюда. О, приближаюсь. Нет, не приближаюсь. Дверь можно удалить здесь? А к чему надо приближаться? К тому приближаюсь. Идеальный ответ. Нету? Нету. Так. Где вообще? Да ищу вас, а вас нету, вот. А где именно? Вы летаете, вы летаете, значит, вот тут. Раз вы тут где-то летаете... Мы летаем с тобой. Да почему и летаете возле себя?
Не-не-не-не-не-не. Дайте подсказку, вы на улице или в помещении? На улице. А, сказали б сразу. Прикинь. Так, включаем режим детектива, 70-тысячный левел. А может 80-й? Так. Это я зря. А почему мы летаем? Я не летаю, я случайно. А, ну ладно. Ах ты ж. Случалки. Так, вот здесь, значит, я не был еще. Это ты была. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Слушай, а что если замок сломать его можно вообще? Как-нибудь стрельнуть, и он сломается. Как думаешь? Никак не думаешь. Может, что, вы не тут? Видно, да? Нет, вас тут не... Да я уже переискал всю карту, но я найду. Я найду, честно скажу. Давай. Сколько тебе дать времени? Да не надо давать время, я уже вас, считай, нашел. Вот-вот, накануне. Давай. Ну ладно, поверим на слово. Вот тут в трубах вы сидите. Наверное. Может быть. Кто знает? В машине вот этой конченой. Ты там был? Нет. А может в этой будке, слушай? Вот, нету здесь вас. Нету, жалко. Очень жалко, что нет. Там вот тут. Как бы улица, давай. Правильно? Может, улица. Может быть. Нет, наверное. Открыто, может быть, да. Да вы меня дурите, вы где-то вот тут вот сидите. Я вас найти не могу. Ну, дурим. Вот тут. Где? Нет, не тут. Летун. А давайте подсказку, что вы видите? Я вижу тебя. Машину. Машину видите? А машина красного цвета? Не знаем. Мы дальтоники. Вот тут вы. Где-то между машинами шкерится, я уверен. Наверное. Ты сам сказал не ходить, мы не ходим. Мы летаем, а, и током бьет, что за говно? Ну, конечно. А меня не бьет, ха-ха. Завидуй. Молча. Так, очень интересно. Очень. Очень. Там вдалеке мост прикольный. Пацаны, это странно, я вас не могу найти. А слушай, ты там видишь тоже это круги какие-то? Вот там. Я вижу грузовик. А я тоже его вижу. Вот тут вы, вот тут. Мы не за картой еще. Не за картой, не? Мы туда не можем вообще попасть. Так. Сам сказал. Тут вы. Тут? Точно. Как ты меня не заметил? Так вот тоже вы убегаете, я так вас никогда не найду. Мы убегаем? Нет, я стою на одном месте. Ой, выстрел. Наконец-то, один есть. Ах ты ж лоб. Во-во-во-во-во. Пошел вон. Нифига себе у вас нычки, конечно, вас как там найти? Привет. Так, помогайте мне искать. Да. Не, пошел вон. Давайте, пошел и помогайте. Лопу. Быстро. Пошел в лапу. Не трожь. Как вы такую нычку нашли? Вас всю серию искал. Это я ее нашел и всем показал. Мне понравилось. А еще я остался жив. А я побегу, я же последний остался, я пошел, я все равно последний. Пока, ребят. Увидимся. Да замочите вы его. Нельзя. Фу. Нельзя. Фу как он. Ай. Отлично. Запугали меня. Давайте в конце сделаем битву аниматроников. Да, стой. Я ничего не взял. Бери. Давайте с одного пака в NAV 6, чтобы было по-честному, да? Давайте. NAV 6. Все, вы готовы? Да. На счет 3. 1, 2, 3. Битва начинается. Так, я вижу, ползает проволочный моток. Ну чё вы, ой. Да ладно, я проиграл? Я же лучший игрок в этом мире. А ты спрятался, нечестно было. Да как упрятался, я стал за углом, просто смотрел.
Давайте, я не участвую, посмотри, кто из вас лучший. Так, Скраб Бэйби сегодня рулит. Ну, кто из вас победит? Нормально, нормально. Я вас уже перепутал, кто из вас кто, одинаковые. Близняшки дерутся. Ну, давай, я в тебя верю. А кто остался играть? Енот и Лигальпия. Енот, давай, я за тебя не болею. Я за тебя. Давай, болею. Ну мочи его. Отлично, yeah. Енот победитель. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.